1 февраля губернатор Игорь Руденя и депутат Госдумы Владимир Васильев вручили 19 молодым семьям сертификаты на приобретение или строительство жилья. Всего в этом году такие документы получит 161 молодая семья, среди которых 47 многодетные. Роман Быков пообщался с некоторыми из будущих обладателей нового жилья. Арсеньевы – типичная молодая семья из района. Живут в Торжке. Муж служит в полиции, супруга воспитывает детей, которых уже трое. Проживают в двушке и, конечно же, давно мечтают о расширении жилья. Как только узнали о программе жилищных сертификатов для молодежи, тут же приняли в ней участие, чему теперь очень рады. Очень было удобно и не так много это заняло времени. Сбор справок. В общем, мы уложились в кратчайшие сроки. Так что это было просто и удобно, если честно. Программа хорошая. Мы очень довольны, и это большая поддержка и помощь любой семье. У Арсеньевых уже есть на примете вариант дома в Торжке, который они хотят купить. Большой участок, грядки с клубникой, все, что надо для троих детей. Свое жилье в частном секторе Вышнего Волочка намерена приобрести и семья Кононовых. У них тоже трое детей, и они также с удовольствием приняли участие в программе. Деньги от государства – большое подспорье при получении и дальнейшей выплате ипотеки, убежден Алексей Кононов. Это очень большое подспорье, потому что все ипотеки начинаются с самого главного – это с первого взноса. Чем больше мы заплатим изначально за эту ипотеку, тем меньше нам уже в дальнейшем вот это нам распределят определенные суммы, чтобы нам входить в бюджет семейный. Арсеньевым, Кононовым, а также еще 17 семьям в общей сложности из 19 муниципалитетов Тверской области в торжественной обстановке были вручены сертификаты на приобретение или строительство жилья. Документы они получали из рук губернатора Игоря Рудени и депутата Государственной Думы Владимира Васильева. Вы даже не представляете, как приятно вас видеть, ваши лица, ваших замечательных детей. Стоит отметить, что с 2022 года по поручению губернатора Игоря Рудени размер выплаты увеличен в два раза и составляет 20% от расчетной стоимости жилья, ранее 10%. Эти средства могут быть направлены на погашение части кредита, либо на компенсацию затраченных собственных средств на приобретение или строительство жилья. Во многом наша работа проводится благодаря позиции президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Ну и, конечно, вас поздравить и пожелать вам всего самого хорошего. Хочу пожелать от нас, от всех, чтобы в ваших домах, квартирах, которые вы приобретаете с государственной поддержкой, всегда был детский смех, семейное счастье. Напомним, что участником данной программы может стать молодая семья, в которой возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье, не превышает 35 лет. При этом они должны нуждаться в расширении жилплощади. Еще одна приоритетная категория – семьи с двумя детьми. Размер предоставляемой социальной выплаты составляет 30% от расчетной стоимости жилья для семей, не имеющих детей, и 35% для тех, у кого они есть. Всего в этом году жилищные сертификаты получит 161 молодая семья из 29 муниципалитетов, в том числе 47 многодетных. Всего с 2016 года при господдержке в Тверской области жилищные условия улучшили 1035 семей. Каждая четвертая из них многодетная.